Итак, продолжаем. Ага, на чем мы остановились? Мы побили друидов, да? Которые нам мешали. Которые нас уничтожали у нас наших войска. И сейчас мы... Так, я даже никакую клавишу не нажал. Интересно. Ну ладно. И сейчас мы... Ой, кстати, надо собрать что-то там у нас находится. Продолжаем свою миссию. Что у нас там по заданиям? По заданиям у нас... Понятно. Поехали дальше. Нет, ну пока не выполнен. Тоже ничего. Так, сохранить. Седьмой день. Где у нас семерочка? Угу. Поехали. Так, Фрида. Ну ладно. Забирает золото. Теперь она должна прийти вот к этой хижине пророка, который нам сказал, что мы должны убить друидов. Откуда я это знаю? Ну, если помните, когда я открывал карту, я зашел в эту хижину и узнал, как говорится, задание. Решил его выполнить заранее, чтобы два раза в эту хижину не заходить. Потому что сейчас, в принципе, она должна мне сразу дать за задание награду. Так, этот у нас сейчас пополнит армию Фриды. Угу. А она пойдет сейчас соберет награду за задание. Так, сейчас у нас что? Третья неделя, первый месяц. Итак, где наше сохранение? 0301. Где наше 0301? А, то есть 0103. Первый месяц, третья неделя, правильно. Поехали. Так, у нас сейчас там пополнились отряды. Так, Фрида. Ой, вот сейчас она по дороге, чтобы он тоже просто так не шлялся. Сейчас она вот здесь притормозит. Он ей передаст армию. Так. Ну, поймай. Где рука-то? Да что ты будешь делать? Да почему ты? Вот. Нет. Вот Фрида, наконец-то. Законтактировал. Никак законтактировать не мог. Хороший. Законтактировать. Так, немножечко пополним армию. У Фриды. Ну, то есть такая, да, паладинов мы, конечно, потеряли. Очень обидно. Так, а у него там никаких сначала на артефактов не валяет. О, кстати, навыки уже у нас все, да. Образование хорошая вещь. Логистика отличная. Магия света, магия тьмы. Ну, в принципе, уже неплохо. Магии не так много. Если честно, я бы вот, например, контрудар нападение не брал бы. А, хотя здесь тактика, да, основное нападение, хорошая вещь тактика. Это тоже важная вещь, чтобы именно перед боем расставлять войска, как вам нужно. Так что основа нападения, да, надо брать. Вот, ну вот основной контрудар, правда тут молитва, да, хорошая. Ладно, в принципе, все у нас как бы нужное. Взяли магии, ну я думаю, достаточно нам будет две магии, чтобы хорошо потом воевать. Угу. Ну поехали дальше. Так, Фрида идет за наградой вперед. Давай. Угу. Так, Ласло первый день пошел собирать. Опять у нас пошел собирать армию, чтобы потом ее передать Фриде. Так, я всегда как бы делаю, вот видите, чтобы у меня карта была, ну, снизу взгляд на карту стараюсь, чтобы мне лучше было ориентироваться. Поехали дальше. А что у нас тут? 10 лучников. Вашу мать, я только что их получил. Кстати, можно еще, знаете, как вариант попробовать переиграть. Вот, например, он может у вас, потому что он вариации разные делает, и может отобрать у вас уже не 10 лучников, а 10 крестьян, например. То есть вот опять Фриду ставим. Так, вот надо было сейчас сохраниться, ладно. Вот сейчас мы сохранимся под того, как он передаст.
То есть в конце дня. И попробуем посмотреть, как он у нас переиграет. И кого он у нас отнимет. Лучников жалко. Крестьян, ладно, даже латников не жалко. Но лучников жалко. Так что попробуем. Так, Ласло пошел собирать дальше. Фрида пошла сюда. Угу, как и было. А теперь мы сохранимся, чтобы переиграть. Ну, без разницы, какое сохранение сделаем. Вот. Чтобы переиграть еще раз день и посмотрим, вычтет опять у нас лучников или кого-то. Вообще никого не вычел. Вот видите, как хорошо переигрывать, да? Вы переиграли, он у нас вообще никого не вычел. То есть так он у нас вычел бы лучников, да, 10 лучников. А так он нам их всех оставил. Вот видите, прекрасно, просто красота. Есть смысл сохраняться. Так, второй день. Можно сказать, мы не потеряли, видите? Потратив несколько, буквально пару минут, мы сохранили себе 10 лучников. Я не понял. А, слушай, так что, она сразу получила, что ли? Нет. Блин, так что, надо было сначала зайти, что ли, к пророку? Ё-моё. Да, была ошибочка. Очень большая ошибочка. Что у нас, 8 уровень? Там она нам должна была за это дать 3000 опыта. Да, ну что... Туда это твое налево. Переигрывать все заново. Хижина пуста. То есть, значит, надо было сначала зайти в хижину, а потом уже уничтожать друидов. Ё-моё. Пятый день. Давай загрузим. Угу. Вот, да, сейчас мы совершили ошибку. Так вот, я вам не стал показывать момент, момент своей ошибки. Вот для чего нужно сохранение, да? Вот я сейчас загрузил пятый день. До этого я решил сразу пойти побить друидов. То есть не заходить вот в эту хижину, да? Не получать задания, чтобы не тратить время, а решил сразу пойти и побить друидов. Но это оказалось моей ошибкой. Очень серьезной. Вот. Сейчас Ласло поскачет. Вот, возможно, он даже успеет передать ей часть войска. А оказывается, этого не надо было делать. То есть сначала надо было получить... Да что ты. Сначала надо получить задание было, а потом только уничтожать друидов. Потому что после того, как я уничтожил друидов, я пришел в эту хижину, и тут уже ничего не было. Хижина была пуста, хижина пророка. Вот для этого именно и надо делать вот такие сохранения. То есть я вернулся буквально на... Да, на 3 дня назад, на 4 дня назад. Вот я прошел, побил, вернулся в хижину пророка, и получилась такая неувязочка. Вот именно для этого нам нужны такие частые сохранения. Так, поехали дальше. Сейчас я буду получать задание. И не сразу пойду бить друидов. Верховные друиды. Все, я получу оба 3000. Надо перебить друидов. Это только там, зараза, их не... Не 9 будет. Вот, видите, он дает задание. То есть нельзя было сразу его делать. Задания обновились. Понятно. То есть у меня не было задания. Я уничтожил друидов. Бесплатно. Теперь я это исправляю. Да что, Ласло мог бы успеть передать. Так, 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 так. Так, это был... Сейчас 7-й день я сохраню. 20 крестьян. Ладно, не страшно. Сохранить. Так, 7-й день. Сохраняем. И теперь мы уже идем убивать. Так, Ласло успеет. А, да, он сейчас, в принципе-то... Вот почти дойдет до нее. Сейчас она у нее возьмет армию, немножко пополнит ее. Армию. Да, Ласло? Давай.
Вот, прекрасно. Еще 15 мечников пришло. Перед битвой с друидами полезно. Очень. Ага. Так. Ну что, пойдем вперед. В принципе, вот сейчас, чтобы не потерять паладинов своих, можем было их сейчас отдать Ласло. Потому что паладинов он у нас там убил друиды сразу. Это было очень неприятно. Так что я вот сейчас попробую такой ход конем сделать. Просто оставить паладинов у Ласло. Так, поехали. И мы идем вот сейчас, сохраняемся. Сохранить. Просто бой сохраним какой-нибудь. Так, бой 3. Да? И пойдем сейчас уже бить этих друидов. Посмотрим, что мы при этом потеряем. В прошлый раз я потерял своих паладинов. Это было, конечно, обидно. Сейчас посмотрю, что я сейчас потеряю или не потеряю. Это понятно. Так, расставляю подальше войскам, потому что друиды там магией будут нехорошей бить, которая будет. Так, этих оставим. Крестьян вот поставим. Буду надеяться, что не будут у меня такие серьезные потери сейчас. Так, ну поехали. Так, ну естественно, понятно. Воздух. Теперь посмотрим, что сделают друиды. Ух ты, 40 лучников. Да, неплохо было. Ха. Да, лучше, наверное, надо было оставить паладинов. Лучше двух паладинов, чем 40 лучников. Так, молитва, вперед. Сейчас будем смотреть, что эти друиды будут дальше делать. Как они у нас будут убивать. Да, 40 лучников, это серьезно было потери. Я не знаю, стоит ли это вообще. Это 3000 опытов. Ё-моё, ох ты. 3000 опыта, чтобы потерять 40 лучников, которые их я собирал. Вот, не знаю, есть ли смысл вообще тогда бить этих друидов с такой небольшой армией сейчас. Вот, ну ладно, сейчас посмотрим. В принципе, соберем еще потом. Ах ты, не дойдут. Не успеют. Ладно. Это, конечно, смешно было. Надо было, чтобы первыми били крестьяне. Ладно. Так, где у нас? Да что вы как мало забили-то прям. Так, один друид остался. Кого он сейчас? Да что ты все равно смог, блин, замочить. Вот. Ну, приличные вообще потери получились. Посмотрим, что сейчас. Стоит ли 3000 опыта. 40 лучников. Мамаша ваша. 6 королевских грифонов. 40 лучников, конечно, ай-яй, безобразие. Может, вообще всех стреляющих отдать? Оставить рыцарей и грифонов. Кстати, идея. Ну-ка, давай попробуем переиграть, да? Мы сейчас сохраним. Так, понял, начальное образование. Хорошо, мы возьмем. Знаете, мы сейчас что сделаем? Мы сохраним эту битву. Вот, Алекс 001 сохраним. А, нет, у нас... давай, Алекс, сохраним, да? И попробуем ее переиграть. Вот, загрузить 7-й день. Ну, перед тем, как мы менялись, да? Я возьму просто сейчас и всех стреляющих просто отдам Ласло. И пусть я потеряю даже всех мечников. Они у меня не так участвуют в битвах, в принципе, да? Как участвуют грифоны, паладины... А вот, и сейчас мы сделаем вот такую вот козю-базю, да? Вообще вот всех оставим здесь только мечников, причем вот так вот кучками, да, оставим их. Даже можно и на несколько кучек разбить. Вот особенно вот этих, да? Угу. Так, шифтом мне говорили.
Поделим. Да, делить, отлично. Этих тоже поделим. Делить. Здорово. Вот теперь кучки такие. Вот теперь мы попробуем не потерять своих стрелков. То есть напасть. Сейчас сохраним опять, да? Бой. Так, это у нас бой 3, да? Сохранить. Окей. И сейчас попробуем вообще сыграть очень хитро. Чтобы не потерять вообще стрелков. Пусть мы мечников потеряем. Они, ну, вы видели, да, не особо участвуют в битвах. Но не потеряем своих стрелков зато. При этом. Так. Он сейчас будет по кучам бить. Это точно. Это я знаю, эту вещь. Угу. Ладно, давай, начинаем битву. Ну, естественно, да, сразу ребятки взлетают сверху, чтобы он их... Вот сейчас он какую-то очень интересную молнию 10. Классно, красота. Так, молитву. Прекрасно. Всем. Вот теперь мы пойдем в бой. Угу. Будем стараться, ну, то есть сейчас, чтобы не произошло, мы не потеряем все равно свою... То есть не потеряем стрелков вообще ни одного, да? То есть какой бы сейчас ни был ход, вот сейчас мы опять в небо поднимаем их. Красота. То есть он опять их не сможет убить. И начинаем... 16, 1, 2... Можно даже защитить, а следующие 7... Нет, не дойдут. Потеряем часть ребят. Ладно, пусть. Нет, дайте защитим. В кого он ударит, неизвестно. А в кого он ударит? Да, он 100% в латников опять ударит. Защитим. Одного-двух он сможет. Ладно, давай. Так, кого он сейчас будет бить? Ой, он отпор даже не... Я не понял, почему. А почему они не стали ходить? Да, интересно. Они пропустили свой ход, что ли, тупо? Странно, почему друиды не стали ходить? Вот что мне интересно. Так. Ай, вот так вот. Так, а вот этим он сейчас ответит. Да, этим ответил. Как интересно, а тем не стал отвечать. Очень прикольно. Так, давай. Опа, еще 13. Ну, у нас грифоны просто вообще героические ребята. Смотри, сколько они сразу. Причем потерь среди грифонов пока нету. Так, он опять не стал ходить. Это очень интересно вообще. 2. Тоже не стал ходить. Защищаем. Так, нет, да когда же вы их добьете? Один остался. Грифон. Ай, ладно, вот девка сейчас добьет, давай. Слушайте, ну вот это вот намного интереснее битва прошла, да? То есть смотрите, мы не потеряли ни одного грифона, там мы потеряли 40 лучников, да? 40. Потеряли 2, по-моему, грифона еще. А здесь мы потеряли всего-то 10 латников и 4 мечника. То есть потери супер минимальные, правильно? Ну, то есть видите смысл, да? Переиграли. До этого я пытался биться, тоже потерял паладинов, грифонов и тоже лучников. А сейчас, ну, просто вообще красота. Просто вообще прекрасно-препрекрасно. Чудесно, чудесно. Что-то и колосок. Так, это зайдем на камушек. Сходим, теперь золото. А, все, уже дальше не пойдет герой. Замечательно. Вот сейчас первый день начнется. Так, какая у нас это? Третья. Первый месяц, третья неделя. Итак, сохранить. 03. Первый месяц, третья неделя. Сохранить. Окей. Ну, теперь пойдем получим наградку. Ну, вот теперь хорошо. Теперь мне очень нравится. Так, заберем у Ласла все наше барахло, так сказать. Так, не будем, пусть он сам нам. Потому что это лишний ход. Ну да, контакт... Ой, блин, золото забыли.
Че, Ласло туда посылай за золотом? Не, далеко, ладно, давай. Сейчас, да, золото возьмем быстро. Забыл золото подобрать. Ну, далеко там будет Ласло из этой кучки шляться. Она уже рядом, девушка. Девочка. Так, теперь пошла забирать у Ласло свое войско. Классное. Смотри, крестьянина вообще ни одного не потеряли. Ну, прям даже неинтересно как. Давай, Ласло. Отдай. Отдай. Отдай армии. Отдай ребят хороших. Так. Все, забери все свое вот это. А нам отдай ребят. Ну, смотрите. Достаточно сильными друидами мы бились сейчас. Да? И все-таки сохранили всех. Грифоны вообще не пострадали. Паладины не пострадали. И потеряли всего-то ничего мечников. Ну, понимаете, да, смысл? Опять же говорю, сложный уровень. На сложном уровне это очень важно. Сохранять свои войска, сохранять свою армию. Это очень-очень исключительно важно. Когда же вы тут исчезнете? Вот эти вот все защитники, они должны постепенно исчезнуть. Поэтому я вот сейчас с ними тоже не иду, с этой ордой биться. Потому что орда грифонов, это даже хуже, чем вот эти 31 друид. Я с ними уже бился. Пол армии буквально потерял. Вот ради 5 там грифонов, пол армии, это накладно, конечно. Поехали дальше. Второй день. Так, ну вот, сейчас мы идем. Так, давай, Ласло, иди, собирай. Так, денежку. Ладно, денежку потом возьмешь. Так, иди, собирай, девочки, лучников. Так, Фрида пошла у нас получать награду. Вперед. О, даже не стал сохраняться. Ну, потому что день такой тупо бродильный. Так, Ласло, ты что, не доходил, что ли? Да, доходил. А вот, ладно, сейчас третий день сохраним. Сохранить. Третий день. Вот сейчас даже можно сходить сюда. На самом деле я знаю, что уже здесь вдоль берега находится. Я сейчас туда дойду Фридой. Вот. Ну, если вы хотите, вот вы не знаете, например, вы можете пройти, тоже не сохраняясь, ничего, просто пробежаться и посмотреть, что там находится, и сохранить это опять как карта, а потом вернуться вот в этот нынешний день и играть дальше, то есть основную игру. Поняли, да? Так, Фрида получает награду. Отлично. Закончить поиск. Вот, 3000. Так, на вот нападение раз сильно... Так, я забыл, гнев праведный. Карающий удар. О, умение, которое распространит эффект заклинания карающий удар и ускорение на всех. Вот это классная штука. Вот это классно. Давай. Сильную магию мы разовьем. Еще развитый контрудар. Тоже все это разовьем. Поехали дальше. Так, ускорение общее. Есть оно? А, у нас же есть ускорение. Получено новое умение. Поехали. Так, ну, Ласло у нас ходит, собирает. Армия передает Фриде. Давай. Можно сразу ей отдать. Опа, а, ну да, все-таки тут проход. 12 лучников, можно сразу отдать. Сейчас скоро сразу вам открою тайну. Скоро у нас Ласло будет ходить. Фрида будет собирать ресурсы. Ну, потому что она достигнет своего максимального уровня. И смысла ей биться не будет. Так что это, можно сказать, одна из последних ее битв. Так, сохранить четвертый день. Вот, все, мы убили этих друидов. Теперь у нас войска не пропадают. Теперь у нас будет накапливаться наши армии. Так, Фрида. Угу. Пошли туда, сходим вдоль берега. Там вот, ребята, тоже сотни. Так, я сохранил? Сохранил. Ну-ка, стоп. Да, четвертый день сохранил. Забыл уже, склероз. Вернуться в игру. Так, поехали. Оп, все равно не дойдем. Так, денежку еженедельный прирост.
Так, здесь у нас эти, как там, дендроиды или как там? Я забыл, дроиды. Дендроиды. Пошли собирать. Ой, сейчас чихну. Так. Ну, Фрида открывает карту. Заодно тут побьется. Здесь, на самом деле, там кузница находится, в которой она сейчас себе купит... Господи, машина. Забыл, как называется. Вспоминал сейчас, что же она себе купит. Так, поехали. Угу. Ух ты, 171. Неплохо. Так, ага. Нет, ну это мы, естественно, не пойдем. Эти 171 могут сразу завалить меня просто конкретно. Ну вот, мы сейчас... Тыдынц. Сейчас можем молитву или вообще общее ускорение. Хорошая вещь, ускорение общества. Действовать чаще, увеличить их инициативу, заклинать действовать на все дружественные отряды. 4 хода. Вот боевой дух, инициативу, нападение и защиту увеличивать. Сразу все. Ну, можно сначала дать молитву, чтобы сразу все увеличилось, да? А потом уже можно еще ускорение добавить. Да. Вот это уже неувязочка пошла. Да, блин, надо было еще такую вещь сделать. Так, стоп. Сейчас мы переиграем тоже одну вещь такую. Я скажу для чего. Чтобы поближе расставить стрелков. Чтобы они, ну, ввалили, короче. Быстрее, без штрафов. Вот смотрите. Загрузим. Угу. И сейчас увидите, для чего я это сделал. Сейчас покажу вам, да? То есть я поставлю лучников, вот всех стреляющих, поставлю ближе, чтобы они без штрафов начали... Угу. Ну, вот так будет. Даже нет, вот мечников можно в середину. Паладин, потому что из края дойдет, добежит. Чтобы без штрафов они начали валить вот этого латников, мечников. Так, вперед. Защитим пока. Тоже защитим. Шарахнули. Так, девочка, молитву. На всех. Вот, вот, видите, теперь красота. Теперь бью без штрафов. Вот теперь они уничтожат намного больше. Даже, я не знаю. Нет, пока латников не стоит. Пусть пока защищают, пусть пока бьют лучники. Тем более они без штрафов сейчас. Маги все будут очень хорошо валить. Видите, еще далеко до хода этих мечников. Поэтому всех можно смело защищать. Защитять. Так. Ага, то есть так вот уже ход приближается. Пау, да, взлетит. Дальше взлетит уже. Угу. Дальше защищаем. Так, до каких они стрелков дойдут? Не до каких они стрелков не дойдут, следующий ход. Так что можно не дергаться и дальше продолжать защищать. Паладинами тоже пока не будем дергаться. Так, можно дать ускорение еще. Придать ускорение войскам, они еще чаще начнут ходить. Вон, видишь, там пум-пум-пум-пум-пум, сразу переместились. То есть, смотрите, насколько мы уже рассеяли вот эту армию. Так, куда она сейчас подойдет? Ну, он сейчас, так я чувствую, или просто грифонами смыться. Нет, вот здесь он достанет их. Грифонов. Или подняться в небо. Смотря, когда они следующий контрудар. Ну, всего скорее вот эти вот сейчас. Ладно. Контрудар тогда в эту точку сделан.
То есть эксклюзивный удар. Можно было Мечников держать на месте. То есть подойти, но я не буду, буду защищать. То есть все равно смысл есть сейчас стрелять издалека. Вот теперь посмотрим, сколько они. Десятерых латников они убили. Мечников не стали трогать. Мы продолжаем их валить. Так, девочка. Четыре. Сколько там ходов? Еще раз молитву. Давай еще раз молитву дадим. Еще увеличим, по-моему, потому что 4 хода уже прошло. 5. Если я даже их сейчас убью. 10 они, да, ответят. Это будет нехорошо. Лучше подождем. То есть они у меня могут паладинов тоже немножко завалить. Так что мы будем ждать. Ну, вот сейчас уже есть смысл бить. Ага. Да. Или даже... Стоп. Не, даже можно еще подождать. Смотри, там еще как далеко до хода. Мы сейчас водки им ударим. Они ответят, а следующий ход они уже отвечать не будут. Да, нету ответа. Так что вот сейчас паладинами мы уже безответно можем их ударить. Тоже в воздух поднимем. А хотя тоже безответно, можно тоже сейчас ударить. Так, ух ты, у них еще. Так, давайте. Какая красота. Еще раз. Еще и 25. Смотри, еще ход у них останется. Ну, то есть, видите, как полезны вот молитвы, инициативы, вот эти заклинания. Видишь, они практически не дают ходить вообще. То есть, ходят только мои войска. Ну, вот посмотрим потери. 171 мы завалили, и при этом потеряли в 10 раз меньше всего 17 мечников. Это не только из-за того, что я стрелял, да, лучником, из-за того, что просто грамотно ходил. То есть грамотная у нас тактика была боя. Среднее образование, что он дает? Ученые. Разгадка тайна. Единица к одной из своих основных рейд за каждый третий уровень. За каждый третий уровень. Прекрасно. Давай. Просто красота. Хороший навык. Слушай, такое ощущение, что это новые... А, стальные големы. Орда, прикольно. Так, давай еще раз сохранимся. Бой, который по счету у нас тут бой будет. Ладно, пусть будет первый. Пойдем стальных големов. Вот они машины. Кузница у нас с машинами. Точнее, это фабрика машин. Это даже не кузница, а там фабрика машин называется. Кузница это в городе. Так, вот здесь я не помню, насколько эти големы быстро ходят, то есть куда мне ставить лучников. Нет, по-моему, все-таки их надо ставить... Ладно, давайте просто тупо посмотрим. Просто посмотрим, а потом определимся, куда мы будем... Можем переиграть, просто расставить войска как нужно. Големы 24. Так, ход... Да. Раз, два, три, четыре. Ах ты, близко мы поставили. Быстро они у нас, ну, хотя нет. Можем загородить мечниками, чтобы они не пробились. Давай попробуем. Угу. Нет, не будем, пока будем просто стрелять. Пока будем просто стрелять. Так, девочка, молитву. Ух ты, заклинание. Там же был колодец. Что же я не зашел-то? Ну ладно, бывает. Ладно, хорошо. Я думаю, мы и так их неплохо завалим. О, можно тоже хитрый ход сделать. И этот тоже можно хитрый ход сделать. Чтобы опять сократить ход. Сейчас они будут короче делать движение. Надеюсь, дойти вот до этих мечников. Вот сейчас посмотрим. Да, да, прекрасно. Ребята, вы тормоза. Даже не буду 30. Да, урон большой. Не буду даже пока грифонов использовать. Нет, вот эти вот сволочи все-таки пошли. Да, все-таки решили продвинуться. Ну ладно.
Давай, блин, все равно со штрафами бьют. Ну что ж такое-то? Ну ладно. Грифоны, пока ждите в своей очереди. Сейчас мы еще раз отступим. Нет, паладинов тоже не будем, потому что если сейчас пойдем, вот эти нападут на паладинов, можем опять потерять паладина. Так, молитву мы всем дали. Так что давай просто тогда бить. Рубить. Вот, вы надеялись до него дойти. А какая неувязочка, а вы до него не дойдете. Опа, а он смылся. А этот, какая неувязочка, тоже смылся. Не дошли. Так, ладно, 4-8, давай этих побольше вроде можно завалить. Вот теперь они, вот теперь можно начинать их бить. Чтобы, да. Вот теперь можно паладинами начинать бить. Сколько он отобрал-то у нас здоровья-то? 50, вот это неплохо. Так. Это как бы это... Вообще нехорошо. Мне не нравится. 50 здоровья отобрал. То есть может сейчас одного потерять, хотя нет, уже не потеряем. Вот, уже красиво. 6-11 отпор будет. Не знаю, давай подождем. Тут еще маги, пусть они их еще разрядят. Немножечко. Даже не знаю, стоит ли бить. Не, наверное, не стоит. 16. Вот этот, да. Вот этот сейчас может всех сразу завалить. Да, так и получилось. Поэтому даже не стоит рисковать. О! Ну вот. Вообще без потерь. Ну, 73 голема без потерь. Очень прикольно. Так, предел достигнут. Вот теперь очень хитрый ход. Хитропопый. Девушка у нас, Фрида, достигла максимального уровня. То есть дальше она развиваться не будет. Биться ей в этом смысле бесполезно. Ласту герой. Потому что все, развитие у нее только зазря, только мы сейчас будем опыт у нее пропадать. Поэтому мы сейчас просто тупо ее посылаем. Собирать. Да, собирательством заниматься. А Ласло у нас сейчас пойдет биться. Красавец. Вот он собрал. А, сейчас он, да, она ему передаст войска. Причем передаст вместе с машинами. И пойдет она теперь у нас барахло собирать. У нас тут остались... Да, задание у нас мятежное. Все крестьянские хижины. Это там, да, помочь в этом. Выйти, вырваться из окружения. Это внизу, все понятно. Но там еще надо собрать немножко войска, потому что там дендроиды все-таки, ребята, достаточно сильные. Вот. Поехали. Дальше. Оп. Во, как видите, пропадают потихонечку у нас... нет, эти еще стоят. Да что? Тут и куда, когда же вы денетесь-то? А вот здесь уже пропали охранники. Давай, Фрида. А, даже не стоит сейчас магию брать. Здесь, я знаю, здесь засада. Сюда даже нечего ходить. Там засада. Самая настоящая засада. Так. А он сейчас у нас пойдет биться. Теперь он у нас будет набирать себе опыт. Потому что в следующем сценарии ему тут тоже пригодится. Драконов мы, конечно, бить не будем. Это Аякна. Вот теперь ей, девочке, отдаем. Ага. Он у нас первого уровня, она 10-го. То есть, ну, теперь он у нас будет набираться опыта, будет набираться сил для следующего сценария. Понятно, что она, конечно, сейчас будет более, ну, продвинуто биться. Вот, но ей это как бы не нужно, то есть. Будет просто зазря биту. Вот теперь понимаете, почему я в сундуках никогда не беру опыт, всегда беру только деньги. Потому что опыт-то вот
полкарты прошел, а опыт все уже 10 уровень набрал. То есть, если ты всю карту проходишь, то зачем тебе вообще собирать из сундуков? Надо только золото собирать. То есть не стоит даже. Ага. Здесь что ли, мечника, вдруг там кто-то присоединится? Не помню, будет там кто присоединяться или нет. Крестьяне, кто... Не помню. Ладно, давай мечников тогда отдадим. Пусть он... А, стой, давай. Отдаст она ему тоже свой артефакт, который ему сейчас пригодится. Ну все, поехали. Фрида пошла дальше у нас собирать. Собирать войска, собирать денежку. Короче, дурю мается. Вот, а Ласло у нас... О! Фрида. О, как раз на третий день она тут и соберет луч. Хотя не стоит, она на обратном пути пойдет. Вот пусть начнет оттуда, с самого начала. Так, ну а Ласло у нас... Драконов, конечно, рано. Группу призрачных драконов бить. Это рановато. А вот крестьян очень даже вполне... Ну-ка, это я на всякий случай, вдруг он сейчас до них дойдет. Если что, вдруг, чтобы переиграть. Потому что видите, сколько мы телодвижений делали. И сейчас нет, не дошел. Так, ну ладно. Давайте, завтра мы... Да ладно, 20 крестьян. Это она потеряла? Да, она потеряла 20 крестьян. Ну ладно, это фигня. Главное, что он никого не потерял. Сколько у нас там? Лучник 59, 16, 2, 17, 8. Все, да. Крестьяне фиг с ним, пусть теряют. Ну ладно, давайте до завтра. Завтра мы будем Ласлом продвигать. Делать его крутым чуваком. Фрида у нас будет дальше собирать ресурс. Ну, потом сейчас наберется армия чуть побольше. Потому что, ну, сразу скажу, вот здесь не пробьешься. Я уже пробовал. Вот этих дендроидов не пробить. Вот здесь не пробить. Тоже не пробиться. Это надо сначала все захватить. То есть эти тоже не пробиться. Надо дальше сейчас захватывать. Открывать карту, захватывать хижины. То есть исполнять дальнейшие задания. Исчезли? Нет, не исчезли. Да что, какие там бессмертные. Вы должны исчезнуть. Должны, рано или поздно. Поехали. Ну ладно, до завтра, ребята. Всего хорошего. Играйте, смотрите, думаю, все полезно и интересно.